Привет, друзья. Вот женщины любят всякие чудеса, волшебство. Ну, верят в это, что можно, например, скатерть-самобранка, волшебная палочка, что там можно, например, суженого себе нагадать на чашке кофе и так далее, и так далее, и так далее. А мужчины должны понимать, как устроены часы, должны заниматься изучением, наукой, чтобы понимать. Но женщины говорят, я уже говорил, нам не важно, как устроены часы, главное, чтобы точное время показывали. Но самое же главное, чтобы точное время показывали, надо, если вдруг когда-нибудь сломается, знать, как устроен механизм, чтобы их починить и чтобы точное время показывали. Ну и кроме того, чтобы починить старое, чтобы создавали новое. Вот в этом все дело. Поэтому женщины, они оберегают, сохраняют. Им нужна полезность, им нужны ресурсы, а мужчины должны эти ресурсы добывать, создавать, изучать, понимать, расширять и так далее, и так далее. И для того, и для другого нужно одно. Во-первых, нужно не зацикливаться на переживаниях, не зацикливаться на решаемых задачах, а научиться легко и свободно адаптироваться к любой деятельности. Ну, например, кто-то мне говорит: «Я понял. Ключ – это когда ты гуляешь. Я, говорит, теперь иду пешком долго, вместо того, чтобы ехать в транспорте. Целый час, и мне это нравится». А я говорю: ключ – это не то, что ты ходишь пешком, а то, что когда ты идешь пешком, ты в какой-то момент в ритм попадаешь. И вот когда ты попадаешь в ритм, у тебя движения автоматические. И тогда получается эффект ключа. То есть ты одновременно работаешь и одновременно отдыхаешь. То есть получается, ты как-то естественно, свободно, легко делаешь шаги, потому что ты в автоматизме. И вот этот момент мозг как раз перешел в режим наименьших энергозатрат, в режим автоматического выполнения заданной деятельности. Это называется адаптация. Так вот, если вы научитесь легко и быстро входить в любую деятельность, то есть адаптироваться при решении любых задач, то вы будете их решать с меньшими усилиями, с меньшим напряжением, легко, свободно, и будете волшебниками. И сможете тогда, вот, ну, говоря понаучно, чудеса создавать, условно говоря. Так вот, послушайте меня. Итак, автоматизация – это переход в режим наименее затратной деятельности. Этому можно научиться двумя путями. Или входить в ритм и запоминать это состояние, когда вы находитесь в таком преимуществе, когда вы делаете вроде одну и ту же работу, которую раньше делали с трудом, а теперь делаете ее так легко и свободно, автоматически. И вот это состояние запомнить и в памяти потом переносить на будущее, когда вы будете любую другую новую работу делать, вот это состояние вспоминать. Или вы можете с помощью полуавтоматических приемов, ну, например, посмотрите, как интересно. Сколько раз вам нужно поднять руку механически, ну, с усилиями, естественно, чтобы потом, когда вы дали ей свободу, она пошла на автомате. Ну, допустим, 200 раз, или 100 раз, или 50 раз, или 5 раз. У кого-то есть порог. 3 раза, а у кого-то 5 раз, у кого-то там 15 раз. Этот порог автоматизации зависит от вашего текущего исходного состояния. Если вы снимете нервно-мышечный зажим и сделаете хлёст руками по спине, упражнение лыжник, шалтай-болтай, вам надо меньше поднимать, и оно выходит на автоматизм. А если вы зажаты, у вас доминанты текущего напряжения, исходного состояния, вам нужно больше. То есть этот порог регулируется. И он регулируется вашими собственными или опытом, или в данный момент раскрепощающими действиями. Поэтому есть два пути. Либо вы научаетесь с помощью упражнения разгрузка, снимая все накопившиеся напряжения, выходить на состояние эмоциональной дистанцированности, где мозг перезагружается на этом нуле, где у вас там состояние такое,
Нет суеты, есть такое ощущение легкости, свободы, безбрежности. Ну да, вот такое состояние, как мы при разгрузке делаем, в упражнении ключевая разгрузка. Либо входите в ритм, а проще всего, если вы не терпите, и вам нужно быстро, не дожидаясь вебинара, на котором мы это все будем делать, вот скоро с Шейлой мы будем проводить вебинар, как снимать тревожность, выходить на состояние успокоения. Мы будем этот вебинар делать, но вы, если не терпите, то вы можете попробовать это с помощью полуавтоматических приемов. Итак, в ритм входить и запоминать состояние, или с помощью вот этих полуавтоматических приемов. Но вы же их знаете. Посмотрите, например, там у меня есть в Ютубе метод ключ для новичков, плейлист. Да, потом есть на Ютубе у меня синхрогимнастика 5 минут, как изменить жизнь за 5 минут. От меня подача идет. Там 2010 года, от меня не кто-то взял, скопировал и поставил, от меня именно, где я сам показываю. Там у меня правильное объяснение. И потом отдельные приемы, посмотрите, левитационные, которые я показываю. Таким образом, у вас все в руках ваших, да. Считайте, сейчас маленький кусочек бесплатного ликбеза я вам сейчас сделал. Будет еще один бесплатный ликбез. Задавайте там вопросы в зуме. Копите эти вопросы, потому что на самом деле я вас научу быстро выходить в свободное, естественное состояние легкости, быстрой адаптации при решении любых вопросов, чем бы вы ни занимались. Изобретаете вы, или танцем занимаетесь, или боксом, неважно, или какие задачи нерешаемые решаете. И быстрой адаптации к состоянию восстановления, чтобы снимать страх, тревожности и многое-многое другое. Ваша жизнь сразу станет лучше. Ей-богу, сегодня вам это очень нужно. И мне тоже. И мне тоже. Это нужно каждому. До встречи.